услышат стон и крик три юных сестры милосердия и доктор ворчливый старик. Три юных сестры милосердия и доктор ворчливый старик. В воздухе гибель витала, меняя обличье свое, и если бинтов не хватало, на полосы рвали белье, и души на полосы рвали от сломанных судьбах грустя, но это припомнит едва ли историк столетия спустя. Это припомнит едва ли историк столетия спустя. Да ныне из пропасти серой глядят роковые года, любовью, надеждой и верой три девушки звались тогда. Увы, не в сиянии райском им виделась русская ночь, и первый в бою под Батайском однажды погибла любовь. И первый в бою под Батайском однажды погибла любовь. А следом, смежая ресницы среди общего горя и зла, в какой-то тифозной больнице надежда сгорела дотла. Даже от алого краба в Крыму застывала земля. Одна только вера по трапу сходила на борт корабля. И вот уже верите, не верите, но целых с лихвой в Белграде, в Париже, в Безерте она появлялась живой. Не трогала горькая старость открытое миру лицо, ни разу печаль и усталость ее не сжимали в кольцо. Не тлела простая одежда, но где бы она ни была, повсюду любовь и надежда над ней возносили крыла. Повсюду любовь и надежда над ней возносили крыла. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Алена Бекулова. Здравствуйте. Я уже не перечисляю разные звания, там, какие-то участия, конкурсы, лауреатство, дипломы. Просто Алена Бекулова. Потому что ну, человек сам за себя, его голос, его внешний вид сам за себя говорит. Вот, мне так хотелось бы поговорить о том, как вот в теперешнем современном мире такая хрупкая девушка может держать такую высокую духовную ноту. Я, конечно, не хочу там касаться глубины, вот, потому что есть много личного, правильно же, как это все. Ну, трудно, легко сейчас. Ведь можно же просто, рестораны есть, ночные клубы. Там. А, вот в этом плане нет. В этом плане мне не сложно. То есть меня тоже все спрашивают, ну, я же актриса, актерское образование, понятно, и сериалы, и театр. И сталкиваешься с разными людьми, и тебе надо как-то во всем этом существовать. У меня нет разграничений, что вот тут у меня одно, а здесь у меня другое. Я везде одинаковый человек. Ну, вот как удержать эту высокую ноту? Ну, я не знаю, это же изнутри идет.
как ну, удержать? Трудно. Конечно, непросто, но Господь дает силы, во-первых, это главное. И, конечно, ну, свое внутреннее состояние, понятно, что оно тоже, ну, это же не бывает такого, что вот ты вошел в радость, и ты в этой радости существуешь там 10 лет, 20 лет, это такой радостный. Конечно, такого не будет, что лукавить. Конечно, как и у всех, я думаю, это периоды какие-то, когда как там, держи в своем ваде, не отчаивайся, да, это такое бывает, естественно, как говорил Силуанос Афонский. И в эти моменты, да, кажется, что все, ты летишь над пропастью, и ничего, и все. А потом раз, и вдруг, боже мой, и тоже, как хорошо, спасибо Господи. То есть эти все периоды ты проходишь. Но это твоя внутренняя жизнь, которая, ну, она как бы, мне кажется, она не так соотносится на самом деле с тем, что ты вот встретил там злого человека, или ты там встретил человека, который там посмеялся над тем, что ты верующий, там, или еще что-то. То есть это, для меня это не связано с, вот, настолько с внешними факторами. Это связано исключительно с моим каким-то путем, который вот я в данный момент исполняю. То есть я там... Вот я делала проект про Эдит Пиаф, когда, ну, я не знаю, правда, Господь мне дал такой силы, такой любви в тот момент, когда я это делала, потому что, ну, без этой силы, без этой любви просто было не создать этот проект. Он очень тяжелый. И у меня даже мама, когда пришла, она сказала: «Алена, ну как ты смогла сделать такое между своими работами, между тем 7, 5, 10, такую махину поднять?» Потому что это действительно, я и сама сценарий написала, и сама срежиссировала, и, ну, плюс 9 песен на французском языке, которого я не знаю, плюс 22 страницы речитатива, монолога, который надо не просто прочесть, а прочесть наизусть, еще при этом сыграть, проплакать, протанцевать, там, ну, все, там, феерия, да. И, конечно, этот проект невероятно дорог моему сердцу, потому что я вспоминаю ту любовь, с которой он был рожден. И в тот момент я действительно, мне такое ощущение, что я не чувствовала земли под ногами. Мне такое ощущение, что было ощущение, что остановилась жизнь, остановился мир, нет никого, нет ничего. Просто есть это мощный вот этот вот поток любви, струя вот эта, которая меня просто несет, и я на ней... как такое, алые паруса такие, которые на этой волне взбираются на этот гребень. Это невероятное чувство. И, конечно, теперь его хочется повторить. А вот уже вот сейчас какой-то более там какие-то ремесленные вещи делаешь, там, которые нужны, работа каждый день, там, выступления, еще что-то, поездки, встречи, гастроли, все. Но каждый раз с нетерпением жду именно вот, когда буду играть Пиаф, потому что хочется повторить, хочется вспомнить это чувство. А вообще так вот, где вас можно увидеть, услышать? Вот люди сейчас смотрят передачу, и они вот где-нибудь на Дальнем Востоке... Ну, теперь уж, наверное, только осенью премьера будет в мюзик-холле. Я буду играть злую волшебницу Морену. Да. Я вообще не соглашаюсь на отрицательные роли, но это сказка. Для детей, да? Чудо-юдо, да, для детей. Вот, и приглашаю всех на премьеру в мюзик-холл. Это сказка «Чудо-юдо». Плюс я играю... Музыкальная сказка? Музыкальная, это мюзикл, да. А мюзикл. Это те же создатели, что делали «Мастера Маргарита», «Онегин». Вот сейчас мюзикл «Онегин», я играю маму Татьяны. Вот, все спрашивают, почему не Татьяна, но, может, продюсер опять посмотрит эфир и скажет, вот, какая молоденькая, надо на Татьяну. Ну, почему-то вот меня утвердили на роль мамы, и так как-то повелось, что я маму играю. Вот. Из гастролей. Пока сейчас не могу точно числа сказать, но все всегда даты висят у меня на сайте www.bekulova.ru. Да. Там всегда все анонсы всех концертов, и Пиаф, и концертов. Так что... А так вот, если бы я вас пригласил выступить... Приглашайте. Вот, у меня есть концертная площадка, такая музыкальная гостиная в кафе «Пастораль». Там я приглашаю интересных людей, там аппаратура. Давайте, да. На улице Матросова, 20, каждый четверг у меня. Все, это на Лесной, на станции метро. Ну, все.
Вот. Уже жду. Вот так, песня. Песня. Да. Ну, давайте песня называется «И только в духе радуется сердце». Моя музыка, стихи Андрея Белова. Тоже вот эта интересная фраза. Да, я не знаю, о чем она вот? А я не знаю, знаете, как вот как у меня, родилась? Когда родилась мысль делать серию пасхальных концертов, у меня почему-то сразу пришло название «И только в духе радуется сердце». Я не могла найти стихов, которые соответствовали бы вот этой фразе, потому что мне хотелось, чтобы там рефреном повторялось «И только в духе радуется сердце». И я кинула клич в интернете, на сайте, значит, повесила объявление, значит, лучшие стихи мне стали присылать, ну, как-то все не то, не то. И вдруг в Москве я пришла в один храм, познакомилась с женщиной, и в этот же вечер она зашла на мой сайт, увидела объявление. Ее муж оказался поэтом. Он этой же ночью написал стихи, прислал. Мне сказала, это оно. И вот так родилась эта песня. И только в духе радуется сердце. Послушаем. Господи. Спасибо, Господи. Прекрасная песня. Ну, радостно видеть творческого человека.
который умеет радоваться и грустить, и жить, и творить, и что, все это в духе. Вот. Понимаю, как нелегко все это в жизни. Вот это, знаете, какое-то ощущение у меня появилось, что человек творческий, он как знаменосец. Вот так он должен подняться, и вот бой идет такой, враг наступает, и он должен подняться со знаменем и пойти вперед. Ой, батюшка, как и, вот сложно и мне. И на него вот, на него все, все нацелено. Вот да. Все, и пушки, и все, у него враг в него стреляет. А еще особенно. Потому что ему очень важно знамя уронить. А это же дух, ну, подкрепляет. Вот у меня такое ощущение, есть уже люди творческие, у которых есть талант, поэтому не любят их, не, и иногда и власти не любят. Я вспоминаю там Есенина, допустим, да. Люди, которые, или каких-то творческих, ну, не знаю, Талькова, еще кого-то. Много можно перечислять Тальков людей. Тальков сложный очень в этом отношении. Вот. Да. Как это, как так, как жить так, как жить в этом ощущении? И еще что-то на виду, и все начинают говорить, ведь и начинают и обсуждать, и веру, и твое. Каждое слово ты не просто обязан это знамя нести, а еще ты не имеешь права ни на йоту, ни шажочка, вот вправо-влево расстрел, особенно от тех, которые против, да, как это тяжело. И сколько мы таких примеров знаем, когда начинают говорить, там, да, ну, да, и зависти там много, и все такое, да. Ну вот враг. Ему важно вот человека в смятение ввести, ввести его в состояние уныния, чтобы он не мог действовать, чтобы он не мог вот этого вот накала, чтобы накала выдержать, борьбы вот этой, чтобы он сдался. Это очень сложно. Конечно, вот действительно... Не сдадимся. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, с Божьей помощью-то. Да, это точно. Сила крестная с нами, даже во сне... Помню, у меня такие нападки были. Вот, я научился молиться во сне, креститься, и крестить сны. И все это начало исчезать. Да. Вот, когда только... Потому что брак, он действует, когда мы слабы, расслаблены. Блин. Точно. Вот, ну, сидим мы в студии. Вот, за окнами зеленые деревья, солнышко. Мы тут пишем музыку. Я вспомнил песню, тоже хочу вам... Вы же, наверное, не знаете, как я... Нет. У меня нет телевизора. Телевизора нет. Да. Ну вот. Ну вот такая песня. Написал ее давным-давно. Вот в период поисков, мучительных поисков. Я писал ее в деревне Базарово, Тверской области. Там дом был, а за домом поле, а за полем кладбище. Это, ну, такая все, какие-то ассоциации. Вот, ну ладно, попробую. Разрешило с неба дождем, мы сидим и хлеба все ждем. Эх, пойти бы в поле, где рожь, и расстаться с болью.
Такая, как получилось? Давно не играл? Замечательно. Ну, вот. Когда я играю, вспоминаю, погружаюсь в эти воспоминания. Расстаться. Детство своего. Ну, мы уже говорили о том, что мы родились в России, вот, и то, что все у нас связано с нашей Родиной. Я постоянно в песнях своих то речку вставлю, то облачко, то занавесочку в доме. Постоянно хочется. Я сам в деревне родился, поэтому мне это вот эти архетипы, они постоянно у меня в душе. Хочется это выражать как-то, и любовь свою к этому. Русская душа, да, это что-то невероятное, конечно. Русская вот какая-то душа. Это Бог. Вы это есть Дух. Вы размышляете, да? Вот. Да, это есть Бог, это есть Дух, это есть какая-то невероятная чувствительность, отзывчивость. Вот, не знаю, только с русскими людьми вот так, когда говоришь, такое ощущение, что вот когда, где двое соберутся во имя мое, да, там и я посреди них. То есть, когда ты начинаешь просто с людьми говорить, просто о чем-то, вот вдруг начинается вот эта вот какая-то химия светлая, добрая, любовь и... Я к чему веду? Я просто про песню, вот, да, заговорили. Хочется исполнить песни. Как раз таки вот редко сегодня такое бывает, чтобы автор просто подарил песню, потому что в основном, ну, конечно, люди хотят зарабатывать, это понятно, они и за стихи там какие-то гонорары, там и за музыку, и за песни. А вот тут такой случай, когда просто девушка прислала мне песню, и когда я уже так скептически к этому отношусь, потому что я уже привыкла, что часто присылают, ну, достаточно, ну, какую-то простые песни, так скажем, да, которые, ну, да, можно спеть, но как бы для моего обширного репертуара это уже не годится. А тут я слушаю, я понимаю, что у меня мурашки, что мне нравится песня, что это написано с такой любовью. И я нашла эту девушку ВКонтакте, написала ей. На что она мне написала несколько сообщений с такого плана, что «Алена, это вы мне пишете? Это правда? Вы правда исполните мою песню? Да я не верю, что такое чудо может быть!» Это, вот это что-то невероятное для меня было. Поэтому я невероятно благодарна, что она мне подарила, Людмила Горцуева подарила мне эту песню. И я немножко там припев переработала. Ну, в общем, родилась очень красивая песня про как раз Россию. Да, давайте послушаем. Спасибо. Очень сложно
сказать. Пусть будет каждый подвиг их известен. Мы не должны об этом забывать. Любуюсь я тобой, моя Россия. Любуюсь летом, осенью, зимой. А как весной поля твои красивы, так воздух свеж лишь у тебя одной. Я за тебя, как дочь, переживаю. И вот о чем хочу сейчас сказать. Тебя я мамой называю. Ты у меня одна, Россия, мать. Как чистая река, моя Россия, склонились на ветру рябины. Я босиком по берегу пройдусь. Люблю тебя, моя святая Русь. Спаси Господи. Спасибо, Господи. Получил большое впечатление и о нашей передаче, и от нашей передачи, и от песни. Вот. Вот действительно русская душа, обыкновенная девушка, и сколько совпадений, да, и с нашими внутренним духовным состоянием. И я думаю, что и оценят все эту песню. Ну и надеюсь, меня тоже ВКонтакте, друзья, возьмете. Обязательно. Сегодня постучусь. Спасибо вам. Вы тоже, мне сегодня прям так тепло в душе моей потекло речушкой. Благодаря вам. Спасибо большое. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. У нас в гостях была Алена Бекулова. Спаси Господи. Боже всем помощи.